А вы знали, что салат латук – это растение любви, и его масло спасает от вялости, депрессии и судорог? Вот участницы конкурса красоты «Имидж» тоже не знали, поэтому специалисты рассказали им о замечательных свойствах натуральной косметики, которая поможет сохранить естественную красоту. Кокос является одним из самых целебных растений в мире. Кокосовое масло очень легкое, вязкое и очень хорошо впитывается в кожу, используется для массажа. Масло кокоса также можно втирать в волосы, помогает от секущихся концов, оно разглаживает волосы и делает их шелковистыми. Сырье для биокосметики выращивают на специальных плантациях, экологичность которых подтверждена сертификатами. Метод холодного отжима позволяет сохранить всю пользу продукта, а вот ГМО и консерванты в чудо-баночках отсутствуют. Магазин «Эль Барака» является официальным дилером товаров для красоты и здоровья из Египта. Наша органическая косметика сертифицирована в трех странах – Россия, Египет и Германия. Для удобства наших покупателей мы организовали службу доставки. Заказ вы можете оформить по телефону. В арсенале каждой красотки должен быть десяток растительных и эфирных масел – жажаба, миндаль, кунжут, черный тмин. Ну а закрепить эффект можно чайными напитками. Вообще я поклонник натуральной косметики, поэтому сегодняшний мастер-класс мне был особенно интересен. Нам предложили выбрать средства из ассортимента магазина, и я выбрала для ухода за своей кожей гель алоэ вера. Аромат корицы снижает аппетит, сандал и мята помогут от бессонницы на нервной почве, а апельсин зарядит бодростью на всю напряженную неделю работы. Кать, ты помнишь, что у вас собрание завтра в 12? Да, конечно, помню. Слушай, у тебя такая курточка классная. Ну да, ты Томми Хилфигер. Все, я побежала. Пока.